Ой, девчонки, сейчас пойду к Уме. Там, видите, заброшена дача. Прям заброшена, даже забора нету. Хрен растет. Пойдем выкопаем. А то у нас хрена нету, а хрен всегда нужен. Кстати, всем большой привет, мои хорошие. Все этот же день, просто другое видео. Новый вам снимаю. Мамка меня заслала, говорит, иди за хреном. Говорю, ну пойду. Она вон сидит, видали, хлопотушка-то, чеснок перебирает. Ну, вот такой чесночок, да ничего, пойдет. Хоть такой. Все, ладно, мада, я пошла. Настя, подгляди, какой чеснок. Пойду сейчас у всех проверю. Я же любопытная девка-то. Все, мам, я поскакала. На одной ноге попрыгала. Пойдемте со мной, девки, мальчишки. А то мне скучно. Сейчас, может быть, это, козу свою заберу. И одну, и вторую. Двух козочек. Если пойдут, они пойдут. Ой, пусть сидят. Ворота открыть. Фу. Пойду хоть пугу. А, они вон. Ма! По-моему, девки вон чешут. Не знаю. Ну, вроде бы они. А муж и не они. Не пойму. Здравствуйте. Точно, девчонки идут. Ай, мои красавицы маленькие. Он вдалеке. Не знаю, вам, наверное, не видно. Две малявочки мои любимые. Я их люблю, хоть пишут. Вот сейчас комментарии тоже прочитала. Ульяши очень избалованные. Ну, ребята, ну я же бабушка, ну я не знаю. Ну как может бабушка ругать внуков, а? Я этого не понимаю. Родители ругают, воспитывают. Еще и бабушка должна такой быть. Нет. Я с этим, конечно, не согласна. Но каждый остается, естественно, при своем мнении. Вон, трюнь-трюнь идут. Две козы. Хочу, чтобы их увидел. Но вам, наверное, пока не видно. Ой. Что-то не пойму, камера, о, как плоховато снимает. Вроде протерла, что ей не хватает. О, нет. О, идут, красавицы. Ох, малявочки две. Ой, не упадите, аккуратно, девчонки. Ну, идите. Ой, привет. Ау. Я дамки. Мама тут. Я дамки нашли. Да, поздоровайтесь, девочки. Мама. Ой, Вишен, кушай сама. Мама, мы фрукты нашли. Здорово. Нашли. Девчонки, поздоровайтесь скорей. Ну-ка, доча, поздоровайся. Ой, какие у тебя косички красивые. Ты сама... Чмаки, чмаки. Ой, ты моя рыбочка. Сама заплетала, дочь? Нет. Знаете, какая красавица. Я конец заплетала. Ну, идите к бабушке, я вверх, пошла. Вверх мама делала, а низ я. Понятно. Ну, идите, вы к бабушке, я пошла к маме. Пойду за мы этой. С тобой. Со мной, ну, пошлите. А вы не устали ходить-то? Нет, нет, мы там ягодки собираем. Молодцы, молодцы. Да, может, пойдете к бабушке? Ну, вы уж почти пришли, девчонки, и вам опять идти вдаль. Нет, это быстро. Быстро. Ну, пошлите. Я хочу... Хрен, сейчас мы пойдем с матерью накопаем. Кстати, я видела, около нашего туалета растет. Да? Ну, о, да. Здорово. Туалет. Ну, у нас нет, вот. Поэтому нужно накопать. Дочь, не трожь. Нет, он зеленый, не надо. И он чужой. Тетя выйдет сейчас и будет ругаться. Все, пойдем, дочь. А там даже не будет туалета. Ну, когда... Как? В августе, наверное. Мама, ау. В конце месяца. Да. Мама, а я видела... Ой, сейчас это. С девчонками идем, тут за забором ежевик растет. Но они стоят, рвут, а так девочки нельзя. Хозяйка про пусть отрвут, кушают. Тоже хочу посадить. Сейчас вот женщины... И говорю, а вы кустик не дадите? Она говорит, да, конечно, отдам. Она говорит, вон, как разрастается. Только вот осень надо сажать. Ой.
А осень-то, когда я увижу эту женщину, неизвестно. Думаю, может, сейчас попробовать рискнуть. А вдруг приживется, было бы неплохо. Ага. Вот идут за мной. Ведь уже устали, а? Ой, девки мои, конфетки. Говорю, идите с бабушкой, посидите. Нет. С тобой пойдем. А идти все равно далековато. Я уже устала, откровенно сказать. Ну, девчонки, а? Ну, ладно, я пошла, догоните. Да, они уж тут ходят все, каждый угол знают. Да-да. Так что иду дальше. О, я пришла. Ой. Так. Блин. А ладушки, бери лопату, пошли. Ой, бля. За этим, за хреном. Ой, как у тебя вкусно пахнет. Иди, угощайся. Что ты там подготовил-то? Ой, Лен, ой, Леночки, говорю. Ой, тут видали? Попугай. Плов, суп, компот. Сейчас тоже буду готовить. Видали, подготовил матри-то? С ночевкой? Да, мы с ночевкой. А мне, девки, они уедут. Чего Вероничка говорит, с интернетом вот тут даже? У них интернет, да. О, тогда мне надо закрыть. Бери лопату, да. Да, я посмотрю, что у вас тут есть. Блин, можно обутать, пройти, иди, а? Иди. Там, я же это, как его? Чеснок посмотреть. Ой, это такой же, наверное, как у нас. Все равно ну, покруп, есть покрупнее, крупнее, да. Ну, у нас сейчас плоховат. Покажу, вот этот дичок. Угу. Это дичок. Нормально, что. Тебе его, знаешь, что, подсушить? Это я растяну сейчас еще потом. На стол он развалил. Ой, пойду, блин, а то я не была тут 100 лет. О, ни хера себе, какие качели-то, ух! Чтоб зайти и не покачаться, они меня выдержат, кума. Ой, красота. Навес, глянь, какой навес, прям добрый. Ой, да сделайте. Делов-то. Пошли, по-моему, дождь начинается. Да понятно, понятно. Вон, видали, какой навес зафигачили? Под машину. Забор сделали. Молодцы, блин. Ой. Где будем выходить-то? Лопату возьми. Красота. А, вот ты как у себя. Гляньте. Жарили нельзя. Гляньте. О, сообразили. Вообще молодцы. Брат. Он мастеритый. У меня ни хрена никто не хочет делать. Ой. Ой, взяла лопату-то. Дождь начался. Там вон девки идут. Они нас не потеряют. Далеко. Девки! Они вышли. Мы пошли туда, потеряете ведь нас. Давайте сюда бегом. Скажи, ты это, что закрыло? А то дом закрыт. Копаешь, он пахнет. Да хрен. А это что-то прям... Вон, давай. Сюда прям бросай землей. Мне так, кажется, так. Хрен. Вот сейчас будут тащить, мамка скажет. Нет, розовый бывает. Ни хрен, хрен. Ну, похож на него. Блядь, обычно, ну, не знаю. Какую-нибудь это, лопухи, блядь, ты специально. Ты себе будешь? Ну, возьму пару штук, наверное. О, давай еще. И мне хватит. Какой, не знаю. Ничем не пахнет. Мамка сказала, хрен, отправила. Тут, видите, просто растет вообще в стране. Мы ни у кого не выкапываем, а то скажут, блин, выкапывает у кого-то. Может, правда, какие-то лопухи.
такая хуйня какая-то. Матом. Девки, где это от нас потерялись? Я не буду выкапывать себе. Ну, пошли тогда. Хрен вообще, он и должен быть горький, заметь. Он даже не горький. Выздоровление, куме, там ты. Ой. Осталось анализ забрать, а... Ну, хорошо. 25-го уже в онкологии. Ну, на прием. А в августе положит. Понятно, все будет нормально, сама знаешь. Я не переживаю, я вот уже свыклась. Или полостная, или такая обычная. Да. Что будет? Как говорится, ты не первая и не последняя. Да. Просто я вчера в поликлинику ходила, мне девки там таких страшилок рассказали. А ты пониже пришла, слушай. Говорит, тоже. У нее тоже рак, онкология груди. А там выяснилось еще дальше, еще хуже. Уже по женской онкологии. Обалдеть. Вот она уже несколько раз с операцией. Я прям в грязь залезла. Тебе, во-первых, переживать не за что. Ну, меня, потому что вовремя ты обратилась. Хорошие. Вот, кума. Вот, ежевик. Вот, понимаешь, ну, мне сейчас... Она тоже, знаешь, как разрастает? Я знаю, но мне, блин, холодится. У меня сейчас он дети, знаешь, как ели с удовольствием. Ой. Несу, вот не знаю, не то лопухи, не то хрен. Посмотреть даже для них. Ага. У меня у соседки. Так что я даже не переживаю. Все будет нормально. Конечно. Правда, похудела сильно. Ну, похудел ты не от этого. Ты похудел от отдачи. Ну, скажем так. И это, да. А так что это. Я считаю, что я, как это, последний раз туда схожу, и больше туда мне... Естественно. Чтобы душой не телом туда не лезть. Вот не именно. Лезть. Все будет хорошо. И что? Так. Мы девок потеряли. Не то ушли. Не то они потерялись. Вот лопух. Кума. А. Яблоки. Ой, какие сладкие. Кума, это вот лопух. Вот он. Яблоки падают. Да, это лопухи. Сладкие, что ли? Да, это глянь. О, блин. У меня... По осени навалом будет. Вот яблочко. Да, немного. Подними тоже, Настя. Ты с пакетом. У меня тоже на огороде вон соседский падает. У меня это, одна яблонь медовая, просто медовая. Ну, на ней прям так мало. В том году яблок нам два было. А в этом году вообще не вижу. Это, через год плодятся. Ой, все ты. Грибы. Где? А, точно. Ну, правда, нет, я не знаю, такие. Что-то напоминает. Не видно мои. Вот. Ну, какие, да. Сейчас за свинухами можно гонять. Это да. Я бы, кстати, ходила бы. А здесь куда? Охрена, да. У нас, по-моему, нету. По посадкам. Да там посадки, ты видел, там не пролезешь. Я тогда специально, как? Знаешь, где, как это, мост приезжаешь? Ну. А первый. Там же ведь посадки идут за посадками дачи. Угу. Вот туда, если только выходить. Ой. Ну, Паша, ты скажи, где наши козявки? Ну, ушли. Ушли козявки наши. Я надеюсь, вдруг кто утащил. А что они там будут делать под замком? Девки-то хорошие. Может, кто утащил? У Вероники нет с собой телефона-то? Нет, что там оставила? И у меня нет с собой. Кстати, просто где-то нет. О, кошмар. Сколько дача, ни одного хрена негде поглядеть. У моей как есть. Выглядит. Ну, нам обещала тетя Валя, гад. Дам гад вам. Ее нету что-то? Нет. Зайти хоть лопухи поглядеть. А как ты зайдешь, там все закрыто? Нет, я забыла бы здесь. А ты... то посадим траву-то, да разрастаться будет. Ну, все может быть. Так, где мне? Женщина. Мне нравятся такие розы. Да. Я тоже хочу себе посадить. Осенью. В следующий год весной уже были. Я к цветам вообще как ровно отношусь. Да, она и мамка сказала, говорит, не любитель. Я не знаю, у меня... Мамка, царство небесное, это всегда растила цветы, ну, недорогущие, но всегда были в цветах. Все, там присадишь какой-нибудь специальный. Что есть, что нет. Колеса таскаешь, а она туда сажала.
Но не знаю, Витька, что-то я не видел цветы. Нет, не там, в Тамбове. А там нету, там только пионы, то, что вот были пучками, и то эти придурки выкопали. Понятно. Ой, вот они. Вы посмотрите, они у бабушки, он в гостях. А если мы вас не нашли? Ой, какие! Ну и девки наши. А он уже у другой бабушки. Они подальше. Женщин хорошие, Нина сейчас познакомились. Я говорю, гоните вы их. Она, да вы что? Разве гад можно таких девочек выгонять? Стоят, ежевику рвут у нее. Она говорит, я гад ее не ем. Путь, гад, обрывают. Гуляли одни. Ага. Подумала, что это одни. А да. Старшие. Ой, дала им стаканчики. Они стоят, рвут. Ой, ну придут. Сейчас поговорили. Хрен. Сейчас нам Нин подтвердил. Гад. Это хрен. Пойдем сажать. И грех. Ага. Уйдут не найдешь. Да ты что? И погляди, ищи. Какие девки. Никто не гонит. Ага. Ой. Ужас. Кума, ну еще мне тогда, да? Да, еще. На это принести. Ты все равно на всякий случай как это. Да для убеждения, я прям не верю. У меня мамка-то она в этом тоже понимает. Корень похож. И плюс вот Нина подтвердила. Она говорит, это хрен. Глянь, ты с лопатой идешь-то. Ага, как это, блин. Все свое. Ношу с собой, да? Да хрен, говорю. Ой, сейчас. Ой, да ё-моё, у меня уже ноги падают, не идут. Пытаются. Ага. Сейчас скажу, не смотрела. А мы идем. Вон они стоят через, это, за забором наши козявки-то. Ой. Ну я куме шла, разговаривала, стояла. Вот как раз с этой женщиной. По поводу ежевички-то. Вот. Хорошие у нас соседи здесь прям. Нам повезло с дачи, да, кума? Да. Люди прям хорошие. Есть на даче, как ругаются, ну, там и дерутся. Ну, я вам, кстати, что скажу. У нас Юрка, кстати, он тоже едят тоже неплохие. У меня тоже. Немножко вредненький Юрка, а так неплохие. В чем отказ, как раз выходные были, что-то мы делали. А, навес делали. Нужно то, нужно то, нужно третье. Я говорю, да ничего, пока не надо, Юр, я сейчас что обращусь. И у нас тоже прям вот мне тоже нравится. Тетя Валя такая замечательная. Не, ничего дальше. Я даже у тетя Валя в гостях была. Ой, как яблочки пахнут. Ой, какие яблочки падают. Да. Блин, надо было собрать да на компот. Да, что, сейчас пойдешь на обратку-то. А почему и нет? Ну, у нас сахар мало. Ой, пришли почти. Вот тут я видела хрен. Вот он, сейчас несу. Погоди. Говорю, где-то хрен. Листочки, листочки. Говорю, хрен. Сейчас он видел это. Нина, да? Да? Нина, женщина, да? Памяти нету. Угу. Она тебе сказала, я хочу сейчас посадить. Она говорит, приживется, говорит, только так. Я чуть-чуть, говорит, будет коренюшечка, а ты он приживется. Ой. Хрен всегда нужен. Огурцы. Везде, засолки. Закрывать. Да, да. И так, и томаты, не томаты. Ой. Я в том году прям без хрена, я не знаю. Это... Я тоже в том году без хрена. Хрен. А, я болтаю. Я вообще в том году... Огороды. Ну, тут. Я прям без хрена никак. Конечно. Я в том году ничего не скрывала. У меня там еще те. Глянь. Ма! Идем. Наши куклы. Ты знаешь, у женщины сидят на даче. Ежевику рвут, едят. Я сейчас познакомилась. Говорю, гоните их в три шеи. Анды, вы что, такие девчонки хорошие. Где будем сажать-то? Нин тоже. Хрен, он говорит, да, гад, это гад хрен. А то я не знаю. Может, вот тут где-нибудь. Ма, почему? Он когда маленький, давай. У него кухи скользкие, а сейчас такие шершавые. Нет. Она говорит, он всегда шершавый был. Все время шершавый. Не знаю.
Кума, не спорь, блин. Меня прям перед это. Ты переживает. Такая же тупая, как и я. В интернете спроси. Да он хрен, я тебе не знаю. Все, не спорь. Еще мне вечером кума принесешь. Давай тут копанем. Если я это... Тут или вон туда? Вечером. Не хватит в темноте, завтра утром. Я вон ежевику попросила у Нины. Даст. Она готова, разрастается. Она нужна? Она говорит, ну надо осенью. Она разрастается, да. Давай, где но будем, решаем. Возьмите. Вон там, ну поставь пакет. Чё ты держишь? Возле стола вон там, посмотрите. Я говорю, не, вот тут вот, где мотоцикл стоит. Может, тут, пошли. Да. Настя, это твоя лопата. Да. У тебя... Я тебе говорю, если стрелки пошли... Всё. Хочу сама себя поснимать, а у меня штатив он вниз. Нет, у меня. Где ты хочешь-то? Они здесь? Видно хоть? А может, вот кабель выкопал уже почти. Ну, давай, я тебя сбину, какая разница. Баба, как всегда, с лопатой. Люди, лопаты. Блин, ма, давай, помоги, руки тебе дай. А что я прищемил пальцы. Другую руку чинишь. Помощница, да? Ну, одной рукой. О, земля мягкая. Кума нам еще принесет вечером. А вы что, там накопали, что ли? Нет. Ну, вот мы только взяли. Пошла я водички налью. Видно? Видно, так. Тень там, он глубокий корень. Да, потому что я его, это... Да, еле это. Нет, полностью я... с корнем он не выдергивается, я его срезаю. Лопаты не ставишь. Я говорю, они корни длинные. Вон тоже, чеснок. Ну, не другой этот. Чего? Такой, знаешь. Не шершавый он. Настя, ой, ну ты отца, мне веришь? Нам принеси, мы посадим себе, ты как хочешь. Правда, как это? Нет, я просто это. Все. Я думаю, еще получше. Значит, а есть у тебя телефон? У кого? У мамки, мать. Сфотографировать, я посмотрю вблизи. Ты он. Ну ты что, погляди он, в один, а? Посмотри. Давай. Папа. Не, я все равно понимаю. Я говорю, хватит, еще он хорош. Хорош. Воду давали, вы знаете? Не откуда. Вот. У нас завтра тут давай. Все, вот так. Давай, я говорю. Корни, посмотри, какие. Какие? Ну, как и да, хрен вон, блин, кума, ну чего ты, блин? А, давай, ты спай. Ну, там я телефон. Женщина, не приехала? Нет. Ой. Давай держи, я по-быстренькому сделаю. Даже не стоять вот так. Я там наготовила. Очень тяжело. Все, отчёты. Ну, сейчас листья поиспачкаешь. И что? Вот их хватит. Все. Один, давай еще. Притопчи чуть-чуть его. Еще есть? Маленький, да. Вот давайте сейчас. Пошла с водичкой. Так. Можно вот здесь, не? Ма. Ты можешь, а. А почему у этого ли... Как... Кума, давай, помоги будь другом. Сдвинь. Почему у этого эти... Ну, как они называются? Вот эти? Не лепестки, а вот палочки вот эти белые, а на этом розовые. Хочу копнуть и страх одолевает. Не надо, я один раз тоже копнула. С коленкой, с ногой. Ага. Фу, я что сделала. А что, его можно было вместе посадить, вот он сейчас растет. Вот тут, давай сделаем. Вот сюда, сейчас, смотри. Кума, ой, куда листья? Подпишись. Я потом подсыплю, все. Я хочу сравнять, ну, перчатки тебе. Пошла с водичкой. Настя, еще принесешь, да? Хватит этого. Нет, еще. Хватит. Не жадывай. А он разрастается, да. Вот она следующий год его потом будет. Потом ты не будешь... Сама вывести не знаешь как. Ну вон, не нет, кума, принеси. Еще. Если я сегодня пойду туда. Штучки два. Даже девчонки принесут. Им дальше они принесут. Нет. Я говорю, если пойду. Телефон, чтобы мой не упал. Перчатки помыла. Пришли? Нет. Я сомневаюсь. Настя, там стебли белые, Настя, а тут разные. Уж чего-чего. Уж чего-чего. А хрен я точно. Я в интернете сейчас проверю. Покажитесь. Ой! Ой! Вы что, тюклуши? Вы что, дурин ты? А дурин совсем? Так, рожи. Рожи, умывайтесь. Идите быстро умывайтесь. И мэм Демс потом вам дам. Ой, я, ну что ж вы так измазались, да?
Спасибо. Ой, дурные. Спасибо. Она специально. Конечно, специально. Бумага. Один. Еще два. Нет, ну вот. Я еще деньги принесу. Ой. Все, мои хорошие. Я пойду завтра, наверное. Это... Да что там у тебя рядом? У тебя смотри. Интернет ловит, Майк? Все, Майк, хорош, заканчиваю видео. Спасибо всем за просмотры, за лайки, за ваши подписки. Я вас люблю, вы знаете, вы у меня самые лучшие. До новых встреч. Всем пока. Всем пока. Кто не подписался на мой канал, добро пожаловать. Приходите, подписывайтесь на YouTube, на Дзен. Комментируйте, не стесняйтесь. Ну и ставьте лайки, мои хорошие. Ваши лайки – это моя поддержка. Люблю вас. До новых встреч.